доступности горнолыжного курорта Кокжайлау для людей с ограниченными физическими возможностями говорили в Алматы. Там прошло заседание с участием общественности. Уже на самом первом этапе, пообещали представители курорта, все будет продумано до мелочей, чтобы гостям было и комфортно, и приятно посещать новый центр активного отдыха. В рамках разработки 5 туристских кластеров Казахстана у Алматы главное направление – горный отдых. Курорт Кокжайлау – идеальное место как для летних прогулок, так и для любителей зимних видов горнолыжного спорта. Меморандум о сотрудничестве между управлением туризма и двумя общественными организациями – инвалидов и воинов-афганцев – был подписан еще в прошлом году. Согласно этому документу, при строительстве горнолыжного курорта проектировщики Кокжайлау учтут интересы людей с ограниченными возможностями и ветеранов войны. Доступность для маломобильных групп населения для нас приоритет номер один. Мы старались ограничить количество лестниц и ступеней, а там, где это необходимо, мы будем делать подъемники и пандусы, рассчитанные на инвалидов-колясочников. Если понадобится, закупим специальные средства для подъема и спуска их на определенную высоту. На Кокжайлау будут работать 3 канатные 10-местные дороги, передвижение в которых будет комфортных и для людей, нуждающихся в дополнительной помощи. Кстати, вход на курорт будет бесплатным для всех. А люди с ограниченными возможностями смогут также бесплатно пользоваться подъемными средствами и канатной дорогой. Объект состоит из 94 проекта. Поэтому горнолыжная инфраструктура закончена, подготовлена база для курортной инфраструктуры, которая будет строиться за счет частных инвестиций. Проект Кокжайлау разрабатывался с участием международных экспертов. Главное требование – не нанести урон окружающей среде. Строительство будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства, что позволит сделать курорт доступным для всех. Завершить строительство алматинского Куршавеля планируется в 2016-м. По предварительным подсчетам, Кокжайлау ежегодно будут посещать до 1 000 000 туристов в год. А зарубежные эксперты, ознакомившись с проектом и побывав на месте, отмечают, что он может войти в число лучших мировых курортов. Тахмина Малыбекова, Арсен Сандыбаев, Алматы.